Ребят, ну что, мы... Всем привет! Да, мы на карантине, но с собакой гулять разрешено. Вот. У нас есть алиби. И вообще, Моника, это наше любимое создание, безумно счастлива этому карантину, потому что папа с мамой теперь целый день дома. Папа с мамой теперь с ней гуляет вдвоем, что вообще никогда не было, крайне редко, по-моему, один раз гуляли. Монь! Ну-ка, передай всем привет. Передай всем привет. Всем, кто на карантине, всем, кто дома, да. Ей хорошо, она рада, ребят. В общем, завтра мы начинаем наш турнир по нардам. Будем играть с Кристиной дома в нарды. И в монополию. И в монополию. И вообще во все настольные игры, какие есть. Вот. Всем здоровья. Как мы учимся теперь? Уважаемый Андрей. Вот так вот. Награжден. Влад, спасибо. Мы оценили. Дорогие товарищи. И еще приехали подарочки. Подарочки. Приемщик. Монь, ты отвечаешь? Как у нас много сегодня всего. Как готовиться к карантину, Черкасовой? Я буду конструктор играть, собирать все. Еще одна доставочка. Еще доставочка. Третья доставочка за день. Ой, вкусняшки. Да, Монечка, ты рада? Ты рада? Опять подарки пришли тебе. Будем разбирать. Показать вам, как бреется мой муж. Я думаю, вы слышите хорошо, да? Молодец, молодец. А бороду когда будешь сбривать? Смотрите. Странно. Но я и спрятался от сторис. Давай. Я такой, о, не буду показывать никому. Смотри. Давай. Медалисты. Старшие. Идеально. Да, да, как Брежневу. Давайте. Ты можешь вас сфоткать? Так вы снимайте уже, извините, просто... простите, просто почему-то она можно сфоткать вас двоих. А как же я тебе застегиваю, интересно? Вот мучишься теперь. Уважаемый Андрей. Вот так вот. Награжден. Влад, спасибо. Мы оценили. Дорогие товарищи.